Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показы украшений. Вы их очень любите, очень многие меня просят снимать их почаще. Я стараюсь соблюдать какой-то, ну, скажем, паттерн, ну, такое, чтобы не все время были украшения, видео, потому что у меня много подписчиков, которые пришли ко мне на видео обзоры магазинов. Тем, кто у меня впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительных магазинах. Цены, которые я показываю, это цены, по которым я купила эти украшения в канадских долларах. На моем канале не только украшения, на моем канале обзоры магазинов, примерки, болталки, похудение, все, что мы, девочки, любим и что нас заботит и волнует. Ну, а теперь давайте я вам быстренько покажу совсем-совсем такую легкую затравку. Вот так совсем мельком, видите, совсем-совсем быстро. Мне некоторые говорят, показывай, некоторые говорят, не показывай. Я показываю их для того, чтобы как бы, ну, привлечь интерес, и чтобы люди увидели, что у меня много всего интересного, зрители увидели и досмотрели до конца мое видео, чтобы не было видно очень много, но в то же время, чтобы был какой-то интерес в просмотре, то есть интригу. Ну и давайте начнем. Как вы знаете, я покупаю украшения не только винтажные, прям совсем такие винтажные, а такие сомнительные винтажности, но которые, может быть, могут быть винтажными, которые я подозреваю, что это винтажные украшения, и просто которые мне нравятся. И вот одно из них такое, я не уверена в его винтажности, это такая брошь-локет. Потом откроем. Значит, стоила она мне $5. Давайте ее оторвем от этикетки. Судя по замочку, конечно, я думаю, что она винтажная. А вы знаете, что это 1928? Видите, вот такой характерный рисунок на обратной стороне изделия, узор. И замочек тоже, в общем, говорит о том, что брошечка не совсем новенькая. Это такая, знаете, такого фасона есть броши. Называется брошь-локет. Я сейчас попробую ее открыть, потому что ногти не хочу ломать. Так, открыли. Я, знаете, и ногти не хочу ломать, и ножницами повредить не хочу. Вот, внутри пусто. Тут какой-то еще сделан рисунок или что-то такое. Я немножко всегда, когда вот эти вот попадаются кулоны или брошь-локеты, я немножко с таким... Ну, страхом, не страхом, всегда их открываю, думаю, вдруг там какая-нибудь фотография, клок волос или что-то такое, мало ли, да. Но эта вещь не настолько винтажная, чтобы, видимо, в ней остались какие-то, так сказать, остатки жизнедеятельности предыдущих хозяев. Но брошь, видите, очень интересная, красиво сделана под именно викторианские броши, тогда, когда вот именно... Их использовали для того, чтобы в них хранить какие-то артефакты своих любимых людей. И памятные, так сказать, фотографии и так далее. Красивая брошь, симпатичная, интересная. Очень такая, знаете, старенькая и не очень старенькая. Так, следующее украшение – это клипсы. Знаете что, я вам честно сразу скажу, на ухе они выглядят лучше, чем в жизни. Сохранность у них не ахти какая, хотя бренд дорогой. Это, по-моему, Vendôme, как мне поправляли. Видите, вот. Vendôme. Или Vendôme. Я уже запуталась, что из них французское название и что с ударением на последний слог. Мне все время исправляют, и я уже перепутала, что, кто из них что. Так, сколько они стоили? $5. Значит, клипсы Vendôme, вообще изделия Vendôme очень-очень так высоко ценятся. Даже вот такие вот неказистые, это считается очень качественный бренд. Я не могу сказать этого по этим клипсам. Вы видите, они, у них есть какие-то такие некоторые потери, сходы покрытия, потемнения. Или их хранили не очень хорошо, или лежали они в каких-то... вместе с чем-то, что их так ободрались или носили их очень активно, хотя относки вряд ли такие неприятные последствия бывают. Но я вам хочу сказать, что это такие, по-моему, 80-е, клипсы 80-х, вот такого вот фасона, большие, крупные, подиумные, можно сказать, клипсы, без камней, без ничего, просто серебряные большие клипсы на ухе, я думаю, будут смотреться очень хорошо, я еще их не примеряла, но я вам обязательно примерю, вы знаете, что я все примеряю. И по-любому, Vendôme это, ну, как бы известный дорогой бренд, и всегда их
изделия ценятся, даже те, которые не в самом лучшем состоянии, дошли до нас. Я не думаю, что они очень старые, но думаю, что где-то годов 80-х. Так, вот такая брошь. Скорее всего, тоже современная, но я не могла пройти мимо. Хотели за нее $6. Это не самое дешевое, что у нас можно найти. Вот вы увидите, там дальше у меня будут броши по 3, по-моему. Ну, в общем, неважно. Вы знаете, что я насчет винтажности ее тоже ничего не могу сказать. Так, мне, наверное, надо закрыть окно, потому что у нас какие-то цикады вдруг заверещали посреди бела дня. Не знаю, надеюсь, что вам это не очень мешает. Сосед сегодня молчит, ничего не косит, никакую траву. Или дома его нет, или где. Или что. Ну, в общем, короче. Так, давайте рассмотрим левую сторону сначала. Маркировок никаких нету на этой броши. Но игла длинная, хорошая, крепкая. И вообще сделана она качественно, из качественного материала. Очень такого, знаете, она тяжелая. И очень красивый, интересный дизайн. Вот знаете, всякие много есть у нас, и у меня в том числе, всяких веночков, цветочков. Хотя я их тоже очень люблю. Красивых, ярких кристаллов и так далее. А вот такую вот нотную линейку с нотами, и даже здесь вот бабочка есть, скрипичный ключ, по-моему, вот это называется диез. Я ведь дочка музыканта, я должна это знать. Мама моя была учительницей по фортепиано и вот играла, поэтому я сама я училась тоже в музыкальной школе, но не особенно успешно. Ой, давайте не будем углубляться в мое детство и прошлое. Но я знаю эти названия. Вот это тоже как-то, видимо, называется. Вот это я уже забыла. Короче, брошь оригинальная, очень интересная. И для меня, как для ребенка, выросшего в музыкальной семье, она, ну, как бы, такая. Много сантиментов и много воспоминаний навевает вся вот эта вот нотная тематика. И сделана она очень красиво, посмотрите. Очень качественно и очень хорошо. Производителя не знаю, маркировки нет, но явно, что качественная вещь. Так, следующая брошь. Это уже часто встречающаяся и примелькавшаяся, наверное, вам у меня шотландские броши с репейником. Как вы знаете, и как я вам много раз говорила, репейник – это национальный шотландский цветок. По-моему, их даже называют шотландская роза. Очень красивый сиреневый. Я бы даже подумала, что камень. Но до сих пор не озаботилась покупкой вот этой вот приборчика, которая определяет стекло и камень. На звук, конечно, это стекло по меньшей мере. По-моему, у него есть какие-то маркировки. Возможно, что даже здесь она какая-то немножко посеребряная. Ну, в общем, не знаю. Сейчас я отцеплю ее от... $4 она стоила. Отцеплю ее от цены. Она старенькая, сохранилась. Она не очень. Во всяком случае, обратная сторона. Сама-то брошечка сохранилась хорошо, а вот обратная сторона не очень. Видите, здесь какие-то есть сходы. Ой. Ну и вот это вот, да, вот написано, что silver plate, то есть покрытие серебряное, и написано мицпа. Мицпа — это вообще ивритское слово, и, честно говоря, для меня было большое удивление, что часто это слово используется вот в маркировке этих шотландских брошей. Я пыталась прогуглить и понять, какая связь, не нашла никакой, не знаю, я так и не поняла, какая связь. Но, видимо, что-то связанное с Библией, я не знаю, скорее всего, потому что другой связи я найти не могу. Но вот видите, действительно, она посеребряная, но вот с обратной стороны как-то уж очень облезла. А может, это можно очистить? Я не думаю. Я думаю, что это сход именно вот этого посеребрения. Но с правой, так сказать, с правильной стороны, она в прекрасном, по-моему, идеальном состоянии. Или тоже здесь есть сход? Или это так и должно быть? Я вот не пойму. Она как-то, видите, так все блестит, переливается. Она сделана
в такой с помощью, видите, вот узоры выгравированы. Господи, хоть бы выговорить спокойно. Да, и вот это вот центральный, возможно, даже и камень. Я думаю, что она очень старенькая, посеребряная брошь. И опять же, очень традиционно шотландская. Их часто использовали для того, чтобы застегивать вот эти шотландские мужские юбки, пристегивать вот эти клетчатые накидки, шарфы. В общем, тематическая такая вещь. Можно сказать, этническая даже. У меня их много, они их разных видов. Есть такие круглые с камнями. Я недавно, кстати, купила, еще не делала видео с ней. А у меня есть много их. Вот есть вот два вида. Вот такие вот с репейником и круглые такие старо-шотландских таких, знаете, узоров. Вот. Ну, вот такая вот посеребряная брошечка. Так, еще одна брошь. А, по-моему, у нее есть маркировка. Стоила $6. Большая, красивая. Или нет маркировки? Или я придумала про маркировку? Может быть, я что-то находила похожее. Та была маркировка. Нет, маркировки нету. Я просто не всегда сразу снимаю, когда что-то покупаю, поэтому я забываю уже. Потому что, когда я покупаю, приношу домой, сразу пытаюсь понять, что к чему. Ой, все время задеваю рукой мою эту, там, где у меня телефон стоит. Подставку для телефона, и она у меня качается в кадр. Надеюсь, что вас не укачало еще. Так, $6. А, значит, давайте посмотрим. Маркировки все-таки я не вижу. Но качество очень хорошее тоже сделано. Плотный металл. Длинная, очень толстая игла, что тоже говорит о возрасте. И о качестве производителя, потому что у китайцев обычно у них... Не, у китайцев бывают очень качественные, делают сейчас вещи, но в основном... Немножко погнуто, да, или мне кажется? В основном у китайцев такие иголочки хиленькие, такие типа булавки совсем тонкие. А вот эта вот, она прям действительно очень-очень качественно сделана, очень хороший металл, интересный дизайн. Такие, знаете, как крученая веревка на конце с кистями. Напоминает мне такие, знаете, есть держалки для штор такие с кистями. Вот. Ну, вот такая вот брошь. Интересная, необычная и очень эффектная. Большая, красивая. Я люблю большие броши. Уж если брошь, так чтобы ого-го была какого размера. Так, вот сюда мы ее положим. Положим кисточки правильно, чтобы не переворачивались. И красивенько у нас лежали в кадре. Так, давайте перейдем к этим сережкам. Много у нас сегодня клипс, кстати. 4. Вот эти 4. 4 штуки. 5 вот эти уже мы посмотрели. Смотрите. Сами по себе они очень красивые. По-моему, опять кто-то начал стричь траву. Вы слышите, да? Вы слышите? Но не тот самый сосед, который у нас прямо через дорогу, а где-то подальше, поэтому слышно плохо. Окно закрывать не хочу, у нас тепло и будет жарко дома. Кондиционер не хочу тоже включать, чтобы тоже не гудело и вообще довольно, довольно прохладно на улице. Но если окно закрыто, то будет жарко. Так, сколько они стоили? $3 всего лишь. И это маркированные изделия. Это Avon. Как вы видите, и они необыкновенно красивые. Я бы купила их по-любому, мне кажется, даже если бы это не был Avon, но то, что это Avon, я тем более, конечно, их купила. Про возраст не скажу, но мне удивительно, что их оценили так дешево. Правда, я их где-то на ресейле находила, и они тоже стоили не так уж и много. Ну, не $3, конечно, ну, долларов 10, наверное. Так, что же это, из чего же? Это пластик или металл? Давайте проверим. Да, я думаю, что это... Ой, металл, стекло. Что я говорю? Пластик или стекло? Я думаю, что это стеклышко, видите? Звучит довольно по-стеклянному. Очень-очень красивые клипсы. Центральные вот эти кабошоны. Они темно-сиреневые. Почему-то мне не передают цвет. И вообще как-то темновато, правда? Они темно-сиреневые. Красивые очень огранки. И вокруг усыпаны, по-моему, это марказиты. Или это... Я вот не пойму. Или это Аврора Бореалис. Не знаю, не поняла.
Ну, в общем, красиво по-любому. Вот такая обратная сторона, маркировка, клипсы. Удобная, наверное, будет, мне почему-то кажется. Они довольно легкие, несмотря на то, что здесь стекло. В общем, красивые, посмотрите. Все на месте, ничего не потеряно. Это уже большая удача в том моменте, что когда делаешь шопинг в секонде, это уже очень хорошо. Так, и тут же рядом я вам покажу кулон, который где-то перекликается по цветам. Нет, ничего не перекликается, кроме вот этих вот маленьких сиреневых камушков. По-моему, это тоже Avon. Нет. Это не Avon, это... Девочки, я не понимаю. Читаю и не понимаю, с какой стороны. S-N-O-W-W Snow? Нет. Вы знаете такой бренд? Я никогда не слышала. Мне почему-то казалось, что это Avon, но это не Avon. Так, еще раз давайте читать. S-N-O-W-W и какое-то перевернутое I в конце, правда? Snowy? Не знаю. Первый раз вижу такое. Интересно, да? А здесь нету маркировок на застежке? Нет. Короче, вот такой интересный кулон. Почему-то на нем нет цены. Или она оторвалась. Вот видите, здесь была, видимо, оторвалась у меня в мешке лежачи. Но стоил мне, не помню, доллар 3-4-5, вот так вот. Смотрите, как красиво. Мне кажется, что вот эти вот, ну, во всяком случае, это точно стекло. Маленькие трудно стучать, у меня большая палка. Возможно, даже камни голубые. Не знаю, не могу определить. И в центре жемчужина, возможно, даже натуральная. Мне сказали, что нужно, чтобы определить, натуральный или нет жемчуг, нужно погрызть его, и там на вкус как-то он определяется. Дело в том, что, ну, в магазине я вообще не могу это делать. Здесь тоже, потому что, вы видите, я только достала из мешка, где я, в котором я принесла из магазина, и я их еще не мыла, поэтому грызть я его не буду. Хотя, вот видите, есть нарушение покрытия, так что, скорее всего, это не жемчуг, конечно, а стекло. По-моему, стекло. Ну, в общем, короче, цепочка тоненькая, нежная, очень красивый кулон, очень необычный и совершенно непонятный мне. Если читать наоборот, вы знаете, что можно сделать? Вот если вот так. А почему я читаю с этой стороны? Господи, боже мой. Девочки, это так смешно. Почему я решила, что написано вот так, как на иврите, как на арабском? Слева направо. Что у меня в голове за затык произошел? Так вот же. Эммонс. О май гад. Почему я решила читать вверх ногами? И у меня получилось Snowy. Единственное, что буква И, я решила, что она перевернута. А читать надо вот так. И будет написано Эммонс. Боже мой. И знак копирайта в центре. Ну какая же я дурища, кошмарная. Ужас какой, самое смешное. Эммонс. Очень красивый кулон. И, по-моему, не очень современный, а довольно-таки старенький. Так, следующее украшение у нас вот такое бесподобное колье. Я думаю, что оно из 80-х. Вы знаете, что у нас как-то места уже мало. Сейчас я все подвину. Так, немножко все сдвинула, свою декорацию отодвинула, чтобы она была не видна. В конце концов, не для нее мы здесь собрались. Посмотрите, какое красивое колье. Я думаю, что оно из 80-х. Я тоже где-то находила его на ресейле. Там было написано, что это 80-е. Маркировок никаких нету, но сделано тоже очень качественно. Когда-то я находила Dior очень похожего дизайна, ну не совсем, ну вот такого типа дизайна. Это ничего такого, конечно, но сделано очень качественно и очень хорошо. Стоило оно $5. И, кстати, сохранилось лучше, чем Dior. Мое колье Dior было в ужаснейшем состоянии.
То есть я понимаю, что сделали его не самым качественным образом, а вот это вот никакой не Dior. Значит, красная эмаль и белые багетные кристаллы прозрачные. Здесь что-то не хватает. Нет, видите, у них, как интересно, да, у них не хватило места здесь вот, чтобы поставить полный багетный кристалл, и они поставили маленький кристаллик квадратный, который к тому же и ниже ростом, так скажем, да. Ну, в общем, короче, красная эмаль, очень красивая цепочка, колье из 80-х, мы еще помним эту моду, но вполне его можно носить сейчас, абсолютно красивая, прекрасно сохранившаяся, и хоть и нет маркировок, но вещь качественная, красивая, очень интересная. Так, следующий это брошь. $5 она стоила. Мне кажется, она очень старенькая. Не знаю, почему мне так кажется. По металлу, по сплаву, по игле. Не знаю, почему, по фасону. Вот у меня какое-то ощущение. Ничего не нашла. Ничего похожего не нашла. Может быть, поищу еще. И между тем, как когда буду монтировать видео, потому что купила я какое-то время назад. $5, да, я вам показывала. Купила какое-то время назад. Сразу приношу, сразу еще. Не нашла что-то. Информацию хорошо. Не нашла, не нашла. Но, в принципе, информацию можно найти и потом. Просто это что-то появляется в продаже, похожее или вот такого же фасона. На момент поиска не было, а потом появилось. И информацию можно найти просто в другую, попозже. И вот пока я буду монтировать, перед тем, как буду монтировать, еще раз посмотрю, потому что мне кажется, что она какая-то очень, очень старенькая и очень непростая брошь, хотя маркировок нету. Не знаю, что меня к этому подвигло, но очень качественно выполненная обратная сторона, гладкий металл, очень крепкий металл, толстая игла. И посмотрите, такой, я думаю, что это какие-то типа одуванчики, но одуванчиков нет таких листьев. В общем, какой-то волшебный цветок из стекла, конечно, сделаны все кристаллы. А крупная большая брошь, серебряный металл под серебро. И посмотрите, какая она красотка. Не знаю, что мне в ней так заворожило и понравилось. Вроде проще простого, и сама брошь, и камни простые, но не знаю, мне почему-то кажется, она очень старая. Какие-то ассоциации у меня возникают, но, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне вот такие вот мысли она навевает. Так, серия Клипс у нас теперь. Я даже не знаю, что у нас является звездой показа, потому что все вещи такие равноценные. Ну, самые такие попроще я показала в начале, а сейчас все пошли интересные, хорошие вещи. Хотя вот эти, например, клипсы, по-моему, они не маркированы. Стоили они $5, причем они долго лежали за 8. Потом их уценили. Лежали они за прилавком, за стеклом. Я их посмотрела и подумала, что, ну, без маркировки я не буду брать. Но когда они... Да, маркировки нету, но когда они их уценили за 5 и повесили на стенд, я их купила, потому что они мне нравились на самом деле. Просто я думаю, что они были слишком дорогие для того, чтобы мне их купить. Смотрите, какие красивые клипсы. Еще раз давайте посмотрим. Маркировок никаких не наблюдается, но судя по конструкции, по заклепке вот этой, по обратной стороне, они... А, есть маркировка, слушайте, вот... Патент. Вот же ж я сижу, рассуждаю. Так, патент 27-33-491. Угу. А здесь то же самое, да. Патент. Кто-то что-то тут царапал на них? Нет, просто... А, смотрите, здесь какие-то буквы нацарапаны. И тут что-то написано, или мне кажется... Ой, девочки, какие. Я полна сюрпризов сама с собой. Так, давайте рассматривать. Здесь что-то написано или мне кажется? Вот здесь. Нет, мне кажется. Нет. Здесь что-то написано. Какие-то палочки-крючочки. И здесь, знаете, кто-то что-то нацарапал, мне кажется. Вот здесь, видите,
С буквы. Интересно, да? Кто-то запечатлел свои какие-то. Видите, какая невнимательная, когда покупаю, даже не знаю, что покупаю. На самом деле, оказывается, и патент, и какие-то буквы, и здесь непонятно что. Нет, скорее всего, здесь ничего, просто мне показалось. Короче, так, закончили исследование. Сейчас мне кажется, скажут, купите лупу, купите, когда вы уже будете носить лупу. У меня есть лупа, девочки, сейчас у меня нет ее под рукой, я вам обязательно как-нибудь продемонстрирую. Что лупа в телефоне, в современном, она намного более, имеет более большую резолюцию, чем обычная лупа. И телефоном, глядя в телефон, можно увеличить очень-очень сильно. Просто этим надо заморочиться. Поверьте мне, что если у меня будет лупа, я точно так же не увижу этой маркировки, потому что я просто буду покупать и не буду рассматривать, вот как я часто это делаю. Так, клипсы-листики. Белые кристаллы на белом металле и желтые клипсы листики очень красивые, очень эффектные, замечательные, с интересными надписями, имеющие какую-то историю, сделаны симметричным образом, то есть явно дорогая какая-то компания, ну и патент имеется. Так, у нас остались две пары клипс, я их вам уже показала. Долго записывала видео, говорила, потом поняла, что не включила кнопку запись, поэтому говорила сама собой. И сейчас повторяю по второму кругу. Значит, у меня две пары клипс. Не могу сообразить, как правильно сказать. Клипсы – это они, значит, обои. Обе пары клипс, вот так скажем. Они равноценно красивые, интересные и старинные. По-видимому, поэтому я методом тыка вот выбрал сначала эти, потом покажу следующее. Стоили они $8, как бы не совсем дешево для клипс, которые не маркированы. Возможно, была маркирована брошь, возможно, было маркировано... Точно не маркировано, а то я сейчас найду маркировку. Возможно, была маркирована там коробочка или бумажка, которой они были приделаны. Девочки, еще раз повторюсь, когда я говорю дорого, $8, и мне пишут, что это совсем недорого, да побойте бога, типа такие цены. Но вы знаете, что я когда начинала покупать эти вещи, они стоили $1-2-3, а сейчас поэтому, когда я плачу 6, 5, 6, 7, 8, для меня это как бы уже большая разница, поэтому я говорю, что дорого. Итак, перейдем к клипсам. Клипсы бесподобные, красивенные розовые стекляшечки. У них тут, видите, три большие, одна маленькая, красивая брошировка на листьях. Вот такие вот красотки. Маркировок никаких нету. Давайте поищем вместе. Вот здесь какая-то штучка, нет, ничего нету, никаких патентов, ничего. Ничего, ничего. Нет, ничего нету. Продолжают строчить. Газонокосилка у нас рядышком. Так, ну в общем. Короче, что тут сказать? Клипсы красивые, красивые розовые кристаллы, красивые листики. Замечательно, прекрасные, тяжелые такие, знаете, качественные. Видно, что качественные. И следующие клипсы. Я вот поэтому не знала, какие вперед снимать, какие из них красивее. Все-таки я думаю, что эти более такие... интересные, тоже стоили $8, тоже, по-моему, без маркировок. И предположительно, нет, я не думаю, что это Джулиана, потому что кристалл закрытый. Вот насчет броши Джулианы я как-то уже поняла, что к чему, более или менее. Ах, маркировка еще раз, патент. Ну как это можно разглядеть? Ну вот как, вот скажите. Никак, все-таки есть. Патент. 156-452. Еще бы мне знать, где мне найти этот каталог патентов, чтобы понять, что это такое. Ну, и ладно. Мне так интересно, а что в них патентного? Почему у них есть какой-то номер патента? Что в них такое было в этих клипсах, что они патентовали? Почему я не думаю, что это Джулиана? У Джулианы обычно есть открытый кристалл. И вот это вот восьмерочная... пайка, которую здесь вроде бы я не вижу. Обычная пайка.
И патент. У Джулианы не было патентов, по-моему. Не маркировали они патентами свои изделия, хотя я, конечно, тоже не специалист. Так, Аврора Бореалис кристаллы, значит, они где-то из 60-х, конец 50-х, вторая половина. Бесподобные кристаллы. Давайте я вам их покажу. Их здесь много. Все, конечно, стекло или даже хрусталь. Возможно, даже хрусталики. Тоже симметричные. Видите, вот эта вот симметрия в форме. Очень красивые. Чудесные клипсы. И как завершение нашего сегодняшнего видео, я думаю, что это прекраснейший экземпляр для окончания нашего показа «Быть вишенкой на торте». Итак, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня видео. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Я надеюсь, что у вас есть какие-то ко мне замечания, дополнения. Обязательно мне пишите. Я очень ценю все ваши комментарии. Вы даете мне прекрасные и полезные советы и очень много интересных дополнений к тому, что я говорю. И вы знаете намного больше, чем я. И пишете очень интересные вещи, которые я не знаю. И спасибо вам огромное еще раз. Надеюсь, что если вы впервые, вы останетесь со мной на канале. Если нет, то я очень рада всем моим старым друзьям. Если вы не впервые, я имею в виду. Они, если вы не останетесь, я все-таки надеюсь, что останетесь. Итак, если вы у меня не впервые, то я очень рада всем моим старым друзьям. И очень надеюсь, что вы поставите лайк, напишите мне комментарий. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Пока. Бай-бай.